Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. Несмотря на наши неоднократные предупреждения, население нашего города продолжает идти на поводу у мошенников. В офисе прозвучал телефонный звонок. Позвонивший представился руководителем одного из учреждений города и деликатно попросил подвести к месту службы несколько бутылок со спиртным. Этот заказ она перепоручила водителю такси, при этом отдала банковскую свою карту. Таксист поехал покупать спиртное, он купил, направился по названному адресу, и тут по дороге прозвучал очередной звонок от лженачальника. Тот попросил по пути положить на несколько номеров телефонов деньги по 7 и 10 тысяч рублей. Всего таксист по пути перечислил мошенникам 24 тысячи рублей.